Добрый день всем. Сегодня 3 декабря, суббота, 2016 год. Я сегодня не планировал вообще снимать видео, но у нас подул очень такой интересный ветерок. Я нахожусь в районе выхода на море Витязева на улице Мира. Сегодня сниму для вас шторм в нескольких местах Анапы. Начнем мы с Витязева. И, наверное, еще в двух местах будет Анапа. В общем, приятного просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду вам всем за это очень-очень благодарен. Первое место, где я сегодня снимал, это улица Мира, Витязева, выход к морю, напротив гостевого дома «Идеал». И начнем мы съемочку нашу вот с барханчика. Посмотрите, как песочек сдувает. Вот тень барханов, то есть они уже голые, остался только мокрый. Сухой песок весь посметало. Постараюсь сделать, чтобы все-таки было меня слышно хоть чуть-чуть. О, лицо летит вообще ужасно. Невкусный песок, я вам так скажу. Но для того, чтобы сходить и посмотреть, чтобы не все говорили, что у нас тут всегда коту масленица, все хорошо и по кайфу, я хотел бы показать вам, как бывает плохо. Прошлый шторм, по идее, это было такси развлечение, которое я снимал. Сейчас дует гораздо сильнее, плюс ветер холоднее. Вот кто ходил летом, должны помнить, как тут выглядело все. Я сейчас назад повернусь. Блядь, может, чуть повыше подниму, чтобы было хорошо видно, чтобы вы поняли, где я нахожусь. Вот он, «Идеал». Это на маршрутке сюда ездила почти все Витязево на 23-й. Те, кто отдыхал подальше от моря. А вот он, вид, и то, что стало с проходом. Ох ты, ёшки, кот. Меня просто сдувает. Я надеюсь, на видео будет слышно вообще хотя бы чуть-чуть мой разговор. Потому что дует очень-очень сильно. Фу. Ходить на море в шторм, наверное, печальное занятие. Но красивое. Причем ветер боковой, так жестко дует. Сейчас посмотрим, есть ли возможность где-нибудь подойти поближе к воде. Вот как выглядит. Мы слева, получается, от центрального прохода. Вон он, пирс. Я думаю, микрофон даже спрятанный под одеждой задует. Настолько жуткий ветер. Вот, кстати, я придумал, можно спрятаться за что-нибудь. Фу, тут ветер отбивается от поверхности. Море гудит. Это силище, да? Живых людей на пляже я больше не вижу, да и мертвых тоже, но вообще никому, кроме меня, пляж в такую погоду не нужен. Я, кстати, увидел возможность, где можно сходить, подойти. Пока вам покажу. Спиной стоя к ветру, как он дует. То, а дальше вот центральный пляж, повторяюсь. Так. Давайте попробуем добраться. До самого моря. Я видел, там впереди есть проходик небольшой. Ух-ух-ух. Ужас, смотрите, как выглядит проход на море через «Идеал». Все похудало, варёж наполовину засыпало. Гостиницы одинокие, пустые стоят. Вот я иду, мне приходится со своим весом прикладывать усилия, чтобы меня не сносило назад.
Настолько сильно дует ветер. О, солнышко. Эй, кайф. Хорошо, что хоть не минус. Сегодня у нас срывался то дождь, то снег. Тот снег, который недавно снимал, он вообще весь растаял. Интересно, я ошибся или нет, можно будет ли попасть. О, бочка с водой. Фу. Да, можно будет подойти к воде. Экстремально. Очень-очень. Видите, здесь тоже что-то типа озера образовалось. Это все ради того, чтобы дойти до волн. Сегодня поеду, съезжу еще. Смотрите, даже на песке, как они разрываются. Как сносит, да? Пушки. Вот такая красотища. Хо-хо-хо. Это печалька на самом деле. Смотрите, какая волна, да? Чуть меня не смыло. Хотя, радуюсь, может, зря на меня он окружает. Сколько пены вынесло. В общем, вот такая вот красота творится у нас. Мощь стихии. Жуткая. Холодно. Ветер как бы беспрепятственно дует куда хочет, как хочет. Спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я пошел сдуваться в сторону машины обратно. Уж очень дюжик холодно здесь сегодня. Попробую посетить еще пару мест. Надеюсь, меня хоть чуть-чуть будет слышно на этом видео. Ну, если нет, просто наслаждайтесь ветром, морем, штормом, кайфом. Спасибо всем тем, кто видел, посмотрел на мой поход к морю во время шторма. Очень сильно качает от ветра камеру. А вон волосы раздуты. В общем, спасибо вам. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал.